классный и добрый. Как это? А вы разве не в разных школах учитесь? Мы занимаемся в одной студии. Уже в клипе снимаемся. Только ты нашим не говори. Ну что ты, это будет нашей тайной. Только ты тоже никому не проболтайся, договорились? А я что, маленькая? Нет, моя сладкая, ты уже взрослая. Да, Фахрнеке? Слушай, пора подключать тяжелую артиллерию. Ну эту, твою суперсваху. Какая суперсваха? Вы о ком? О ком, о ком? Я тетушкина зонкят. Да, она прекрасная сваха. Пристроит самых завалявшихся невест, но она берет очень дорого. Так что... Ну, не дороже сердца нашей души. Фахрнеке, вы не волнуйтесь. Я сегодня обязательно ей позвоню. Все устрою, все будет хорошо. Да, слушаю. Солдат, нужна хорошая сваха. А что случилось? Алис отшил мою студентку. Надо подумать. Думай, думай быстрее. Думаю, думаю. Как у тебя есть знакомая сваха? Я позвоню тетушке Лазакат. Слушай, ты не забыл, что завтра наш Казанджалов играет с Анандом? Да. А у меня два пригласительных. To stimulate themselves and to create opportunities for them to become the working minds of their country. And we'd like to note that tomorrow the training sessions with the champions of the world in chess and the strongest journeys of Uzbekistan will take place in Yunusabad Arena and all the other. Fakhradineke. Сами понимаете, мы были неподалеку с моим племянником и подумали, а почему бы к вам не зайти? Вы знаете, что у меня была бабушка Назира. Так вот, у нее была родная сестра, а у той была свекровь. И у этой свекрови было четверо племянников. А у одного из них есть единственный внук. И у этого внука есть сын. И вот он сидит перед вами. Его зовут Джабраиль Джан. Джабраиль. Хорошо, что не Азраил. Парень, что надо, Фахраднаке? Парней таких надо еще поискать в наше время. Длорамхуан. Если бы вы знали, какой он умный, а какой он статный, на его глаза посмотрите. Ой. К тому же он учился, это как его там называют? Ах да, театр Скала. Там он учился оперу петь. Может, Ласкала? Да, Ласкала. Еще как Ласкала. Если бы вы послушали его голос, ах, как он поет, как он поет. Это просто чудо. Джабраиль, мой мальчик, спойте-ка нам свою скала-оперу. Пусть Фахраднеке послушает вас. Я схожу за хлебом. Да, да, конечно. Джабраиль Джон, дорогой, спойте нам. Ах, какой он красавец. Мимо, мимо, мо, я-я-я. Неаполитанская песня. Manun melasa, nun darmes to turmienta, torna surienta, fame campai. Ой, господи! А сейчас ария Мефистофеля. Да. Я сейчас. Фахраднеке. Ой, Саадат-хан, как я по вам соскучилась. Мы с этой девушкой пришли по делу в вашу махалю. Прекрасно. Я и подумала, быть здесь и не зайти к вам. Надо же. И правильно сделали, что пришли. Кстати, обратите внимание на эту девушку.
Вы, наверное, помните мою тетю? А-а-а. Так вот, она дочка двоюродной сестры четвертой сватьи, сестры своди моей тети. Так что познакомьтесь. Вот как? И зовут ее Щермонай. Вой-вой-вой-вой-вой. Сама пышная, как булочка. Ой, какая славная девушка, а? А какие у нее глаза. Ой-ой-ой, что скажете? Губки бантиком, а брови чистый полумесяц. Ах ты моя сладкая, красавица моя. Вот она может, какая. Может, ей лепешку дадите? Нет, 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 она на диете, ей много нельзя. Азиз, иди к нам, сынок. Посиди с нами. Здравствуйте. Здравствуйте, Азизбек, здравствуйте. С приездом вас. Спасибо. Как ваше здоровье? Спасибо. Все хорошо? Да. Это моя племянница, знакомьтесь. Ее зовут Щермонай. Ассаламу алейкум. Ой, ассаламу алейкум. Сиди, сиди, сынок. Как поживаете? Как ваше здоровье? Как поживают ваши домочадцы? Идемте, посидите с нами. Идемте. Спасибо. Может, еще что принести? Нет, 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 всего достаточно. Не надо. Хоп. Лаза Катва, мне нужно с вами поговорить. Идемте. Ой, да. У меня тоже есть к вам разговор. Помните, я говорила по телефону. Идемте, идемте. А почему вы на меня так смотрите? Можно я угадаю? Попробуйте. Вы, наверное, думаете, почему она так много ест? Да нет, не думаю. Я вам так скажу. Девушки должны быть пухленькими, толстенькими. Не то, что эти манекенщицы-скелеты. Голодные, худые, злые. Не так ли? Да я как-то об этом и не думал даже. А я думала. Он их четвертый сын. Его зовут Шерзадбек. Очень серьезный молодой человек. Он чемпион кишлака по стыргам. Вы говорите чемпион? Именно. Покажите, на что вы способны, Шерзадбек. Мама, он мне не нравится. Еще раз приведете такого жениха, я улечу во Францию. Уф. Ой, она такая веселая, такая хохотушка. Да вы сами сейчас увидите, подружка. Говорят, в Англии очень много анекдотов. Чем они отличаются от наших? Может, расскажете? Хорошо, ну тогда слушайте. Генерал заказывает двухместный самолет, чтобы осмотреть свои границы. Летит, оглядывается по сторонам, любуется природой. И тут замечает, что кто-то из его пассажиров пытается выпрыгнуть на парашюте. Парашютист кричит: «Генерал, вы желаете присоединиться?» Генерал ему отвечает: «Нет, спасибо, мне здесь хорошо». А парашютист говорит: «Генерал, дело в том, что я пилот вашего самолета». Извините, я скоро вернусь. Кого мне привели опять? Вы слышали, как она смеется? Да еще и кает. Все, еще одна такая невеста. Я возвращаюсь обратно в Англию. Ой, нет, нет, Азбек. Ох,
вам помочь? Спасибо. Мехриш? Зибо? Ты как сюда попала? Козочка ты моя. Ты что, заболела? А ты? Я первая спросила. Ну, понимаешь, мы же с тобой всегда были подругами. И в институте. Да. Это только наши дети вечно грызлись. Я знаю. Ну, что поделать? Так уж получилось. Да, так вот. Я легла сюда, чтобы помочь своей внучке. Понарошке заболела. Это которая во Франции? Да. И ты своей болезнью хочешь на нее повлиять? Да. А как ты догадалась? А что ты скажешь, если я тебе скажу, что я легла сюда, чтобы повлиять на своего внука? А, это который учится в Англии? Ну да. Я поняла. Нет, это я поняла. Я тебе сейчас все расскажу. Я тебе все расскажу. Мама! Мама! Да? Я собираюсь к бабушке. А тебя папа отвезет? Нет, я поеду на такси. Ты взяла бананы? Да, взяла. Хорошо, передай бабушке, я приеду к ней завтра. Хорошо. Спасибо. Так, 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 так. Что делать? Что же нам делать? Сядь, пожалуйста, у меня голова кружится. Значит так. Ты будешь сидеть вон там. Ага. А я буду здесь. Ага. И когда они придут, мы должны будем уйти отсюда. Я думаю, что они познакомятся. Поняла? Да. Хорошо, договорились. Хорошо, ну а пока чем займемся? Я взяла с собой письмо. Почитаем. Я тоже взяла письмо внука. Давай, ты первая. Давай. Нет, моя внучка не должна там жить. И мой внук тоже. Угу. А? Идут. Все, иди на свое место быстро. Очки. Здрасте, бабуль. Внучек мой золотой пришел. Здравствуй. Садись, мой родной. Спасибо. Ну, рассказывай, как твои дела? Ничего, спасибо. Сегодня мне уже немножко лучше. Да, хорошо. Здрасте, бабуль. Ой, вы как? Родненькая моя, здравствуй. Вы лекарства пьете? Лекарства. Как пью, бабушка? Уколы принимаю. Хорошо. Как родители? Привет. Привет. Девочки, спасибо. На процедуру, быстро. Сейчас. Мне надо идти. Ты не уходи. Хорошо, я скоро выйду. Хорошо. Это недолго. Да, бабуль, вот, это возьмите. Да. Давай сумочку. Спасибо. Да, иду, иду. Не кричу. Я не кричу. Девушка, может вас подвезти? Я не сажусь в машину незнакомых людей. Ну как же, мы же знакомы. Я Саидов Азиз. И я знаю, как вас зовут. Вы Хаджаева Камола. Мы же знакомились уже, верно? Я все равно к вам не сяду. Как-то нелогично получается. Если вы сядете к незнакомому таксисту, и вдруг что-нибудь случится, а вы не будете знать, на кого жаловаться. А так, вот он я. Вообще-то логично. Ну что, поехали? Поехали. Да, вот так встреча. А где ваш благородный рыцарь? Его нет.
А где же ваша слишком накрашенная королева? Тоже сплыла. Если бы я знал, что вы собираетесь к бабушке, я бы с удовольствием подвез вас, Камола. Какой же вы благородный. Но ваших добрых намерений мои родители не поймут. Камола, мы же взрослые люди. К тому же мы не несем ответственность за родителей. Почему, если они враждуют, мы тоже должны враждовать? Это мое личное мнение. А что вы думаете об этом? Я тоже так думаю. Ну что, мир? Мир. Камола, у меня к вам есть одно предложение. Давайте заедем в одно место. Там очень красиво. Здесь, недалеко. Поехали. Говорили об этом месте? Да. Действительно красиво. Вам нравится? Угу. Смотрите, надо спасти его. Подержите. Осторожно. Осторожно, Азиз. Вы вовремя его заметили, иначе бы он утонул. Главное, что он живой. Послушайте, вы заболеете, надо разжечь костер. А? Кстати, у меня в машине плед лежит. Идемте, возьмем. Угу. Идемте, Камола. Идемте.